Можете рассказать еще раз, пожалуйста, я сниму на видео про все. Вы хотите, чтобы я вам рассказал? Да. На выставке представлен фрагмент кинопродукционного оборудования, который широко применялся в киносети нашей области. Этот указанный оборот один из последних, который выпускался отечественной кинопродукции при Советском Союзе. КН-20Ан, кинопроектор настольный, используется в основном в зрительных залах вместимостью до 200 посадочных мест. Кинопроектор обеспечивает показ обычных широкоэкранных кинофильмов как цветных, так и черно-белых. Обеспечивает воспроизведение звука в монофонической фонограмме. Передвижного формата входят громкоговорители, которые, так сказать, невозможно здесь представлены, где этого кинопроекта, так они должны установлены быть на около экрана, примерно на высоте середины этого киноэкрана, чтобы зритель воспринимал качество воспринимания. В комплект входит усилительное устройство, тоже выпускающее отечественную промышленность. Вот одно из последних, которое аналоговое устройство, вот оно современное, значит, обеспечивает могут регулировать громкость обеих постов, баланс воспроизведения. Ну и питающее устройство у него подходит, которое обеспечивает киноустановку необходимым напряжением. Но дело в том, что значит, в этом кинопроекте используются две лампы. Одна лампа, которая обеспечивает чтение фотографических кинограмм, она здесь расположена. Это в данном питании 4 вольта и расположена. Она просвечивает фонограмму. Кадр просвечивает. Лампа здесь применяется на накаливание. Перспективы в дальнейшем они все присутствуют. Сегодня уже замену. Здесь положена лампочка. Сейчас посмотреть. Вот он, одна из этих ламп. Значит, кинопроектор устроен, значит, у него имеется мантийский механизм движения, так сказать, еще механическое. Обтюратор представлен, это пластинка, которая вращается, перекрывает определенный промежуток времени кадра во время проекции. Это все устройство называется оптической системой кинопроекции. В зависимости от мощности вот этой системы, значит, в залах больше вместимости, более чем 200 мест, применяются другие источники света. Кстати, ксенонная лампа 1 кВт, 2 кВт, 3 кВт, 4 кВт и далее обеспечивает более качество изображения. Этот кинопроектор обеспечивает как показ обычных фильмов, если используем только один объектив. Обычные фильмы, они могут цветные, черно-белые, и широкоэкранные кинофильмы. При показе экранных кинофильмов устройство, которое называется маршрутная насадка, она устроена так, с цилиндрической линзой, она растягивает изображение в два раза по ширине, а фильм при съемке сжимает это изображение. Вот таким образом, значит, техника движилась, развитие было, кроме широких показов, от обычных широкоэкранных, и затем был широкоформатный кинопоказ. Для широкоформатного кинопоказа использовалась другая пленка, на которой снят фильм 35 мм, то 70 мм, в два раза шире пленка, она используется для показа широкоформатного кино. Широкоформатное кино было развито в городе Саратове, и мы, значит, были освещены кинотеатры для показа. Кинотеатр «Ударник» города Саратова, кинотеатр «Темп» города Саратова, кинотеатр «Саратов» города Саратова. В городе Вольске работал кинотеатр для широкоформатного кинопоказа. В городе Балаково работал два кинотеатра. Но затем в связи с развитием техники, движением вперед, значит, сейчас вот эта пленка 70-миллиметровая только применяется для показа вот IMAX. Некоторые кинотеатры оборудованы этой пленкой 70-миллиметровой, и там уже большой кадр для того, чтобы получить высокое качество изображения, используется для проекции. Ну, в IMAX, значит, ширина экрана, вот высота экрана 11 метров. На 11 метров получить качество изображения, соответственно, надо, чтобы ни зерно не было видно, ничего то сидит, такая пленка используется. В настоящее время пленочный кинопоказ практически прекратился. Вот наше учреждение, которое занимается вот, за, за,
зале представлено оборудование для приема фильмов, ремонта, хранения, обработки книг, передачи книг и установки. Мы ее сейчас постепенно сокращаем. Часть сельских киноустановок, которые есть в районе Кубаса, они работают на пленке. У них есть оборудование для этого дела, используют нашу пленку. Но все это дело постепенно сокращается, переходится на цифровые видеоносители. И дистрибьютор, который снимает фильмы, режиссеры, они сейчас все снимают в цифровом формате. Значит, каков порядок? Порядок такой, значит, проводится ежеквартальный кинорынок междугосударственный. Туда съезжаются все, кто желает получить фильмы на показ, заключаются договора, заключаются какие фильмы, на какой срок, момент взаиморасчеты за показ. Через интернет сейчас поставляются фильмы на киноустановки и соединяются показы. Ну какая тенденция? В городе Саратове было 16 кинотеатров в разной вместимости, в разных точках города расположены, они сейчас практически закрылись. Значит, «Пионер» остался, «Победа» остался здесь, кинотеатр «Саратов», это из тех 16, которые на плаву. Темп одно время начал работать, теперь опять прекратил свой показ. Сейчас показ, публичный показ фильмов, так скажем, переходит на площадке торгово-развлекательных комплексов. Вот здесь «Зарубин» у нас есть, там «Окей» открылся, там «Героин», сейчас на «Дрыги» дачный открылся, так сказать, в торговом комплексе. Современный кинотеатр, который использует, ну, они говорят, лазерный кинотеатр. Лазерный это источник света лазерный, который позволяет обеспечить высокое качество кинопоказа. Спасибо это большое. Очень интересно. Спасибо. Вот здесь сам формат был нашей деятельности.